Добрый день, мои дорогие обожатели видеоигр, с вами снова я, Дайт, и сегодня мы начнем проходить еще один шутер, как сингл, так и онлайн. Этот шутер вышел давным-давно, в 2007 году, но тем не менее до сих пор является одним из самых лучших сюжетных шутеров во всей шутерской индустрии. И это шутер под названием Call of Duty 4 Modern Warfare. И как и говорил в предыдущем выпуске, в игре Five Nights at Freddy's 3, то что я пройду всю серию Call of Duty Modern Warfare. И это первый выпуск первой части. Что ж, давайте начнем проходить эту легендарную серию. Здесь и сейчас. Не буду вас отвлекать, слушайте просто. Сначала хорошая новость. В мире все отлично. В России идет гражданская война. На карту поставлено 15 тысяч ядерных боеголовок. Очередной рабочий день. Халед Аль-Асад в настоящее время является вторым по влиятельности человеком на Ближнем Востоке. Ходят слухи, что он намерен стать первым. Наша разведка следит за ним. А плохая новость? Сегодня к нам присоединился новичок. Его зовут Соуп. Рад тебя видеть, дружище. Ну и вот. Вот она сама Call of Duty. Так, куда там ушел? Так, это газ. Как видно, есть на него навести. А это кто у нас? PVT Dudes. Так, F чтобы поднять. Отправляйся на первую позицию. Прицелься и стреляй по мишеням. А, сюда. Понятно. А где мишени? А, нет, не сюда. Прицелься в мишень, Соуп. What? Ну ладно. Так, все понятно. Отлично, теперь стреляй по мишени. Целись через прицел. Так, инвертировать не надо. Инвертировать это плохо. Теперь стреляй по мишеням от бедра. Давай. Теперь я закрою мишень фанерой. Ты должен попасть в цель, пробив фанеру. Отлично! Пули попал. Пробивают дерево, гипс, листовой металл и другие непрочные материалы. Мишени будут появляться по очереди. Сбивай их все как можно быстрее. Отлично, дружище. Теперь возьми из арсенала пистолет. Так, пистолет что у нас там? А, туда. Поехали. Так, ну и какого уже USP 045? Хорошо, теперь переключайся на винтовку. Теперь возьми в руки пистолет. А, во. Ну как, запомни, я, собственно говоря, быстрее переключиться на пистолет, чем перезарядить винтовку. Вытащить нос можно гораздо быстрее, чем переключиться на пистолет. Ударь ножом по арбузу. По арбузу? Это арбуз? Отлично. Теперь ты гроза всех фруктов. Капитан Прайс желает тебя видеть. Черный юмор. Так. Где капитан Прайс? Собственно говоря, любимчик всех. Так, как видите, сейчас немножко скажу про саму игру. Ну и, собственно говоря, что же в ней происходит. Ну, Call of Duty Modern Warfare. Про сюжет я не буду рассказывать, ну потому что сюжет достаточно интересный, будет развиваться внутри игровом пространстве. Вроде бы без заставок, хотя ну, иногда будут такие сюжетные заставки. Здесь вот есть такой, ну, радар, но я бы это не назвал радаром, это скорее всего просто, так сказать, направление, куда нужно идти. Заменяющие карту, так сказать. Действие игры разворачивается в будущем, ну о чем говорит то, что Modern Warfare, хоть это и современное, но все-таки будущее. Мы играем за Соупа Мактавиша, мы новичок в отряде. Он новичок, сэр. Вот он, капитан Прайс. Полегче с ним, сэр. Он первый день на службе. Да, что у тебя за имя подозрительно такое дурацкое? Соуп. Соуп, пора проверить твои навыки ближнего боя.
ближнего Теперь боя. Ты должен спуститься с борта менее чем за 60 секунд. Рекордсмен у нас газ. Он это сделал за 19 секунд. Удачи. Добраться на лестницу. Бери МП-5 и 4 световых гранаты. МП-5. 4 световых гранаты. По моему сигналу ты должен спуститься на платформу и тут же побежать на первую позицию. После этого ты спустишься по лестнице ко второй позиции. Затем переходи на третью и четвертую позиции и следуй моим инструкциям. Как только будешь готов, понятно, хватай веревку. Спустись по тросу. Так, ну все, поехали. Пошел! Огонь по мишеням! Стреляй по остальным мишеням. На вторую позицию! Так, где вторая позиция? Где ты? Огонь по мишеням! Так. Ты, блин, поднимись! Бросай гранату через дверь! Бросай! Огонь по мишеням! На пятую позицию! Пошел! Огонь по мишеням! На шестую! Пошел! Бросай гранату через дверь! Огонь по мишеням! На конечную позицию! Побежали. Беги до финиша! Неплохо, Соуп. Но можно было и лучше. Если 53. Хочешь попробовать еще раз, забирайся по лестнице. Ну, и давайте-ка еще раз попробуем, думаю. Чтобы узнать результат. По идее, рекрут. Возьми новые гранаты. А, точно. Сейчас. Все. Как только будешь готов, хватай веревку. Пошел! Огонь по мишеням! Вторую позицию! Огонь по мишеням! Бросай гранату через дверь! Огонь по мишеням! На пятую позицию! Пошел! Огонь по мишеням! На шестую! Пошел! Бросай гранату через дверь! Огонь по мишеням! На конечную позицию! Беги до финиша! Но с кучей мусора всегда лучше выходит. Другое дело. Попробуй еще раз. Если хочешь попробовать еще раз, забирайся по лестнице. Да ладно, все, пожалуй, хватит. Или подойди к мониторам, чтобы узнать результат. Господа, нам предстоит десантная операция. Всем приготовиться. Вылет 0200. Это я так, что ли? Вольно. Средний, думаю, нормально. Но все-таки рекрут слишком низко, а высокий, думаю, слишком высоко. Мы получили от нашего шпиона в России. Посылка находится на борту грузового судна. Эстонский регистрационный номер 52775. Экипаж небольшой. На борту будет охрана. Можно применить силу? Экипаж разрешено ликвидировать. Да, заговорит Монобло 4. Виден цель. Расчетное время прибытия 60 секунд. Вас понял, 2-4. Ну а кому-то как всегда не терпится покурить. Так, это судно, на которое мы должны были прилететь. Они нас вообще что ли не видят? 10 секунд. Проверка связи, переходим на шифрованный канал. Входить в посыл. Огонь по усмотрению! Мостики чисто. Стрелять! Газ, оставайся на борту, пока мы не расчистим палубу. Прием! Вас понял. Все ко мне! Так, идем за ними. На лестнице чисто! Здорово! В коридоре все чисто! Так, ты, блин, напугали. Чё? Спи спокойно. В жилых отсеках чисто. Не, ну сейчас идем лучше бы их не убивать, но похоже, что это решаю не я. Так. По фронту на палубе чисто, по сигналу вперед. Где вы там? О, вы где? Вот. Готов, где. Сэр. Рассредоточиться. Дистанция 3 метра. О, УАЗик. Фига себе.
не ожидал. Реально у вас. Что он делает? Кочерусский корабль. Двое на платформе. Я их вижу. Ща. А, да пусть так пока. Огонь по усмотрению. Вас понял. Террорист нейтрализован. Цель нейтрализована. Нейтрализовал или нет? Ты там остался. Ну, судно вообще блин, покачивается так. У нас гости. Прямо столько как атмосфера. Я так. Стоп. На втором этаже. Вас понял, вылетаем. Б-6, умолк скачать с топлива. Мы уходим. Орлан будет на станции для эвакуации через 10 минут. Похоже, вертолет сидел за нас. Волкров, Гриффин, прикройте шестого. Остальные за мной. Вас так, понял. За капитаном Прайса. Ну, потому что Волкров, не Гриффин. Это я приберегу для более близкого знакомства. Золотые слова, дружище. По моему сигналу, пошли! Пошли. Проверить углы! Проверить углы! Пошли! Да блин, дайте мне войти. Проверить углы. Слева все чисто. Справа все чисто. В коридоре все чисто. Идем дальше. Справа все чисто. На лестнице чисто. Движение справа. А-а-а. Я их не вижу за этим дымом. Уйдите отсюда. Этим горячим паром не убило. Террорист нейтрализован. Террорист? Чисто. Так я думал, это охрана судна. Проверить углы! Проверить углы! Чё, АК? Ты забыл АК. Так. Готов, сэр. Идём дай дальше. Пройти. О. Вот это наш орган. Ждать моего сигнала. Жду приказа. Так, а чё тут есть? Кого нет? Так, за ними. Вау! Вспышка! Пошли! На помосте чисто. Я прикрою, давай наверх. Все ко мне! Идем дальше. Так это наши. Террористов не видно. Потому что не все спрятались. Быть на чеку. Во! Готов, упс. Сэр. Так, понятно, короче, там ловушка. На помосте чисто. Я прикрою, давай наверх. Все ко мне! Идем дальше! Так где ты там спрятался у нас? Ща мы тебя найдем. Террористов не видно. Быть на чеку. Готов, сэр! Пошли! Слева чисто. Справа все чисто. Чё, не понял? Пошли! Откуда он там тогда появился? Движение справа. Один есть. Надеюсь, того уж не... Так, пробел. Идем дальше. Блин, корабль-то качается. По фронту все чисто. Пошли! Справа все чисто. Слева все чисто. Быть на чеку. Ждать моего сигнала. Ладно, ждем, ждем. Первый готов. Второй готов. По так, моему сигналу флешка. Пошли! Фу ты, блин, зачем мне со своих? Так, переключаемся на пистолет. Фу ты! Блин, неудобно, надо переключить. Эй, давайте бросим. Все, хедшот. Ну и где вы там? Чего вы его завалить не можете, тупые что ли?
Я наконец-то понимаю, что игра 2007 года, да, это просто доисторическая игра. Не, ну не... Хоть и не Марио, но все-таки. Террорист нейтрализован. Короче, 2007 год такой игры все-таки, ну... Не знаю, в кого... Получен сильный сигнал, сэр. Кажется, тебе стоит на это взглянуть. О! Так. Здесь на арабском. База говорит B6. Мы нашли объект. Посылка готова к транспортировке. Нет времени, B6. К вам приближаются два летательных аппарата. Хватайте, что можно, и убирайтесь оттуда к черту. Так, хватай! Быстро идут. Наверняка миг. Нам лучше уходить. Суп, хватай декларацию из ящика, быстро! Захтем на палубу, вибарбар! Поехали. К нам приближаются два вертолета, это плохо. Уже вертолеты, сэр! Хотим... Вот! Б-6, как слышите? Б-6, доложите обстановку! Блин, почему все так ярко? Мать ее, вода! Б-6, отвечайте, черт возьми! Ой, давай быстрее тут! Просыпайся! Так, это вообще все очень хорошо объяснил, добро. Чего? Я нормально бежал, но слишком медленно. Так, раз хрена. Чё ж я слишком-то медленный? Я нормально ж бегу, да чё вы? Да они издеваются. Чё с игрой не так? Так, сейчас эта платформа обломится. Здесь нельзя стоять? Что? А, вот. Все, понятно, нужно просто отключить кнопку присеста. Следите за трубами! Трубы? Трубы, что отвечаю, с трубами? Где ты, черт тебя дери? Ждите сигнала! Мы почти на месте! Куда? Вертолет! Блин, все так реалистично, блин. Просто... Кораблем что-то не так. Прыгай! Вот! Поймал! Все на борту! Шуточки от капитана Прайса. Вас понял, сматываемся отсюда. База, докладывает Орлан. Да, уж было бы нехорошо, если бы возвращаемся на базу. Конец связи. Который будет до этого. Высокое разрешение стоит. Ну, это 2007 год, ну что вы хотели от такой графики? Тогда же вышел доисторический Assassin's Creed 1. Через год вышла GTA 4, которая тоже сейчас доисторическая. Ну, чьей игре 8 лет, что такого? Зафиксировали?
машина. Приближается автомобиль! Фиг автомобиль. Продолжает слежение. Танки, автомобили. Президент там еще мелькал. Мы едем. Или это не мы? Остановились. Президент Аль-Фулани. А? Ну что, за него что ли? О боже, как светло! Так, я в каких-то Арабских Эмиратах, не знаю, какая-то мусульманская страна, Мерседес. Надеюсь, меня туда тащили. Я бы очень хотел на нем покататься, но, похоже, не на месте водителя, а на месте заложника. Обязательно по машине стучать. Что он такого сделал? Почему вы меня везете? Я президент. Берите меня отсюда. Я должен сидеть в палатах третьего рейха. О, а в стране-то ситуация не из лучших. Чё же это я так ты ее запустил? Эй, мобилу, дай позвонить. Дай позвонить. Дай позвонить. Вот блин, на меня оборачивается. Свои личные интересы. Что я типа не привел народ к процветанию. Ну на что это все и похоже, потому что в стране война, я так вижу. Или, по крайней мере, военное положение. Что здесь делает русский грузовик Урал? Микрование как будто по радио включено. Почему наш водитель в мешке? Он что-нибудь видит там? Какие-то бумажки. Давленный между сиденьями. Долго они меня так возить будут? Алло! Алло, гараж! Да уж, вообще опасны. Машины. Вот море выглядит. Где мы вообще находимся? Я что-то просмотрел. Точно какая-то восточно-мусульманская страна. Долго меня возить? Блин, сколько здесь боевиков. Самый настоящий Майдан. Неужели он был еще в 2007 году? Так, меня сейчас отсюда, кажется, вытащат. Дают по щам еще. Священная война началась? Ну вы вообще, как с президентом обращаются? Так, меня опять. Почему-то у меня не видно рук, почему? Ну, наверное, для тех времен это было слишком. Иметь руки? Это, знаете ли, нелегко. Для 2007 года. Ладно, не буду оскорблять игру за графику, потому что, как говорят многие, в ней очень хороший сюжет, она настолько легендарна. Так. Где я? Ты кто? Военные штанишки. Это какое-то орудие пыток. Что со мной?
Чё ты ему пистолет отдал? Так, вы это записываете на камеру. Я так вижу. Меня убили. Убили президента, все. Только для этого был 10-минутный капитан ролик. Капитан Прайс, Аль-Асад только что казнил президента Аль-Фулани в прямом эфире центрального канала. У американцев свои планы насчет Аль-Асада. Аль-Фулани уже ничем не поможешь. Менее чем через 3 часа в России будет казнен объект под кодовым именем Николай. Николай? Николай наш шпион в лагере сепаратистов. Именно он передал нам данные перед десантной операцией. Николай? Николай сейчас в аду. Проводим его. Мы позаботимся о наших друзьях. Уходим. Чего, спасать его что ли будем? Второй день. Кавказские горы, Россия. Уууу, мы в России. В километре к северу. Выходим. Лоялисты, да? Это кто, хорошие русские или плохие русские? Ну, открывать огонь при виде нас они не станут, если ты об этом. Я не против, сэр. Так, черт. Они нас не видят? Блин, я самим себе удивляюсь. Огонь по усмотрению! Есть попадание. Да ладно. Как бы они тогда лежали, если в него попадание? Так, ладненько, пойдем наверх. Министр обороны США. Что там еще есть? Блин, это русские, но... Ну я только ради АК-47. Так, ты стреляешь в меня опять. И менее чем через сутки после трансляции казни... Господит разведданные. Силы военного флота США, находящиеся в Персидском заливе, УАЗик. В состоянии полной боеготовности, вот здесь есть. Получили приказ о вторжении в эту небольшую, но богатую нефтью страну. Так, куда наши ушли? Его преемник. Эй! А, вы здесь. Капитан Прайс, своей знаменитой шапочкой. Газ, а кто еще? Иди все остальные. А может не нужно их все-таки убивать? Я просто не хочу убивать свою нацию даже в играх. Я горжусь ею и не хочу причинять ей боль. Игра сохранена. Соп, установи мины у двери, а затем привлеки их внимание. Мина. А, понятно. Ну давайте их сюда. Да чё вы не идете? Как привлечь внимание? Чё у меня ещё снайперская вид? У нас пошли! О, давай, давай, вот иди сюда. Держись ближе и пошли! Попадание. Самому приходится все взрывать. Что, они здесь шахматы играли? Фига себе. Я не знал. Так. Давайте все-таки отбросим все стереотипы о России и просто будем наслаждаться игрой. Потому что сюжет в ней, как я уже сказал, еще тот. И знаменитая способность капитана Прайса. Прайса, открывание двери. Ты чуешь, газ? Тартара. Да, комаров. Чё ты здесь делаешь? Ты кто? В русской шапочке? Добро пожаловать в новую Россию, капитан Прайс. Где цель, комаров? Мы должны разыскать информатора. Сепаратисты вывели БМ-21 с другой стороны холма. Они уже уничтожили сотни мирных жителей в той долине. Не так быстро. Вот это да. Помнишь Бейрут? Ты ведь с нами? Комаров. Ну, если очень надо... Еще бы, чёрт возьми. Так, сюда. Обеспечить снайперскую поддержку с дороги. Иван, тогда нам понадобится снайперская по винтовка. По моему сигналу.
Это ваши... Отсюда снайперы смогут прикрыть моих ребят. Так, а мы куда? Да уж, устроили праздничный салют. Там он что-то горит. Снайперская группа на позиции. Газ, вы прикроете левый фланг. Вас понял, прикрою левый фланг. Всем отрядам, приступить к штурму. Нейтрализуй пулеметчиков Фокнер, чтобы люди Комарова могли приступить к штурму. Пулеметчик Фокнер? Да блин, я не могу... Как это сделать? Стреляй по второму пулеметчику через стену! А, через стену? Точняк! Так, ходим. Контакт к северу! Где там? Чёрт! Вражеские вертолеты! Ты ничего Оп. Не говорил о вертолетах, Комаров! Но я и не говорил, что здесь не будет. Мы должны защитить моих людей от вертолетов. Сюда! Быстрее, ты, блин, исчез! Мне нужен этот шпион! Тебе не о чем беспокоиться, капитан Прайс. Возьмем БМ-21 и прорвемся напрямую к этому твоему шпиону. Какой БМ-21? Ты о чем? Доложите обстановку. Сколько еще времени вам нужно? Так, хорошо. Ну думаю, что снайперская винтовка пригодится нам и здесь. Сэр, у нас гости, приближаются вертолеты. Сэр, может просто выбить из него всю информацию? Пока нет. Что-то такая офигенная анимация выстрела. Так, граната. У меня уже рефлекс на гранату. Прям как в КС. Так, ты за диваном укрылся? Привет. Вау! Гранатометчик. У нас тут целая куча. Минус враг. Минус враг, плюс один фраг. Нет, ты такой ощущение, что это АВП с глушителем. Дергайся. Капитан Прайс, мои люди попали в окружение. Прикройте их с утеса. Где наш шпион? Время на исходе. Помогите. Мне кажется, еще кто-то есть. Чем ближе мои люди подберутся к деревне, тем больше у нас шансов спасти вашего шпиона. Так, это сержант Комаров, нам нужно в другую сторону. Или нет? Стоп, нет, нам реально нужно сюда. Фу ты, да блин, не... Фу, да что я делаю? Фу ты, блин, кого я убил? Ну, извините, не заметил. К тому же я не знал, что здесь можно убивать своих. Почему они с одного выстрела не подыхают? Вроде стреляешь в тело, а попадаешь в хэд. Там еще. В ногу стрельнул. Враг на 12 часов! Кажется, там что-то голову... Хоть какой-то успех. Теперь за мной, к электростанции. А, сюда? Да я сначала и думал сюда пойти. Кавказские горы, собственно говоря, похожи, только атмосфера немножко вообще серая. Начался окончательный штурм. Если твои снайперы нам помогут, у нас есть шансы. Довольно. Где этот шпион?
уже начался решающий штурм. Если твои снайперы нам помогут... В доме! Да блин! В доме! На северо-восточном краю деревни! Соу, газ! Мы должны добраться до того дома, прежде чем со шпионом что-то случится. Так, Прайс. Шоу, живо сюда. Поехали. Так, хватаем теперь калаш. Калаш. Так, это наши. Там вижу не наших. Какой здесь... У калаша здесь как у реального отдача. Даже, мне кажется, чуть больше. Так, ну-ка. Блин, не успел. Его уже завалили. Чё? А? Другунов? Фу, да я там вижу. О! Стрелять во всех подряд, стрелять во всех подряд, стрелять во всех подряд. Такой вот уж репец. Так, вы здесь. Прикройте! Да, прикройте меня так. Сюда. Блин, второй этаж нельзя пройти. Стоять. Да блин, что это вообще за такая фразочка? Наверху. Возможно, он еще жив. Дун-дун-дун-дун-дун. Так, ну-ка туда разорву гранату. О, машину взорвал. Так. Что, в этом доме, что ли? Газ, обойди здание и перелез провода. Всем остальным приготовиться. Так, сюда. Газ, выполняй! Сейчас он выполнен, хватит его торопить. Если он профессионал в этом деле, то он это выполнит. Главное не торопить. Так, чуть-чуть темно. Ночное видение. Виктор, электричество отрубили. Прибор ночного видения значительно все облегчит. Враг на открытом месте! Так, слышим пуск. Так. Закрыты двери. Есть. Минус один. Здесь никого нет. Здесь тоже никого нет. Прикройте. Еще. Есть потери! Так. Ну-ка, ну-ка, подождите, капитан Прайс. Я иду, кто-то прошел. Фу ты, блин, в кого я стреляю? Это ж газ. Надо научиться здесь определять, кто свой, кто не свой. Так. Какая-то приманка тут. Специально, что ли? Да похрен. Прыгаем. Так, нам, видимо, не сюда. Прыгаем еще раз. Вон там Николай. Черт, меня выстрелили несколько раз. Вот он, кто связанный. Кто вы? Спецназ? А, нет, не связанный. Ну да ладно. Это он. Все равно пленник. Николай, ты в порядке? Идти сможешь? Да. Я и воевать смогу. Вот такие мужики нам точно нужны. Посылку забрали. Стоп. Мы сейчас прям ноутбуки. Прием. Разведданные. Б6, на связи Орлан. Мы в пути, конец связи. Пошли! Ну, говоря, зачем мы здесь ночное видение? Короче, ну, уже хоть какой-то сюжетик меня тут радует достаточно. И то, что мы побывали на нашей Руси-матушке, меня тоже достаточно радует. Надеюсь, у меня
Не будет как с Modern Warfare 2, который я, собственно говоря, тоже пытаюсь пройти. Потому что она у меня в самый последний момент вылетит. И больше не запустится. Цель ниже. Куда ниже. Но что без сесть. О, Николай у нас. Боевой человек. Вторжение начинается через несколько часов. А что? Американцы ошибаются. Им ни за что не взять Аль-Асада живым. Справедливо. Очень даже справедливо. Чё, авианосцы, что ли? Похоже на то. Куда они плывут? Разведка сообщает, что Аль-Асад, возможно, находится в одном из зданий западного района города. Мы окружим их и возьмем Аль-Асада. Всем ясно? Приготовиться! Ясно. Ясно. Так. Вас поняла, стрела в шею, чуть-чуть. Здесь. Не могу сюда позвонить. Поняла. Здесь сижу. Вас поняла. У нас здесь гранатометы. Черт, чуть не попали. Вижу цель. Еще быстро прилетим. Не знаю, это под текстуры или так должно. Нормально. Он после с текстур вылез. Тоже все наши. Второй отряд! Со мной к станию! Вперед! О! Уже это крючковый мы успели обтянуть. Молодцы, ребята! Нужное здание! Входим через левую дверь! На позиции! Тоже наши. Ну ладно, ребят, пожалуй, на начале еще одной операции, блин, рассмотрю вот эту удивительную машинку маленькой, я закончу первую часть прохождения Call of Duty 4 Modern Warfare. Если вам понравилось это видео и вы хотите, чтобы я продолжал проходить эту игру, то ставьте большие пальцы вверх, комментируйте видео и подписывайтесь на канал. А с вами был Дайт, всем good night и до новых встреч!